Венок возлагают председатель Законодательного собрания Красноярского края Александр Викторович Ус. Первый заместитель губернатора Красноярского края, руководитель администрации губернатора Красноярского края Сергей Александрович Пономаренко. Вспомним тех, кто воевал за пределами отчизны. Вспомним тех, кто отдавал свои судьбы, свои жизни. Вспомним тех, кто не пришел. Вспомним их скупым молчанием. Вспомним тех, кто не ушел от клятв и от обещаний. От администрации города Красноярска венок возлагают первый заместитель главы города Красноярска Андрей Леонидович Игнатенко, депутат Красноярского городского совета депутатов Сергей Александрович Толмачев, председатель Красноярского городского совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Дмитрий Алексеевич Басуев, руководители администрации районов в городе Красноярске. Усталые, хмурые лица, вам все бы забыть, забыться, но ужас войны и страдания людских надежно запрятали в душах своих. И боль по ночам ваши души тревожит, иголкою острой впиваясь под кожу. И память упорно рисует черты товарищей, сгинувших в пекле войны. Гирлянду от воинов Красноярского гарнизона возлагают военный комиссар Красноярского края, полковник запаса Андрей Владимирович Лысенко и офицеры гарнизона. Я не хочу, чтоб голос орудийной канонады услышал мой ребенок, мой и твой. Я не хочу, чтоб доты обнажались, как раковая опухоль земли. Я не хочу, чтоб вновь они ожили и чью-то жизнь с собой унесли. Пусть вскинут люди миллион ладоней и защитят прекрасный солнце лик от гари, пепелищ и от хатынской боли навечно, навсегда, а не на миг. Цветы возлагают представители Общественной палаты ветеранов Гражданской ассамблеи Красноярского края во главе с ее председателем Анатолием Петровичем Самковым. В составе делегации представители общественных объединений ветеранов боевых действий. Красноярская региональная организация Российского союза ветеранов Афганистана. Региональное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство». Красноярская региональная организация инвалидов войны в Афганистане. Красноярский краевой совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. Красноярская ассоциация сотрудников и ветеранов органов внутренних дел, участников локальных войн и военных конфликтов. Красноярская региональная организация участников военных конфликтов «Бастион». Красноярская региональная общественная организация ветеранов спецподразделений «Братство краповых беретов» «Витязь». Красноярская местная общественная организация ветеранов боевых действий «Побратим».
отдавали жизнь чужой стране. Родиной забытые, не знающие Бога, кого встречали крики, стоны матерей, кого в слезах без чувств девчонка недотрога, а те, кто стал счастливчиком, оставшись там в живых, навек простился с юной светлой мечтою, друзей погибших молодыми схоронив, грехи и судьбы их забрали в жизнь с собою. Память в феврале забьет набатом, звон поминальный полоснет ножом, и мы пойдем на кладбище к ребятам, цветы возложим и свечу зажжем, и молча постоим, насупив брови, поддержим мать, склоненную без сил, и кажется нам, будто капли крови вместо гвоздик олеют у могил. Меняется политическая система, приходят и уходят государственные руководители, но главным и неизменным остается нравственный фундамент нашего народа, которым и живет Россия. И неприходящую роль в ее сохранении играют именно те, кто прошел дорогами Афгана и других горячих точек. Они вновь и вновь напоминают нам, что такое государственный интерес, что такое честь, что такое воинский долг. Мы честь не роняли, мы слово держали, мы стали примером для наших сынов. Мы служим отчизне, мы служим державе, не ради наград и не ради чинов. Мы братьями стали в бою, и снова зовет нас собраться, зовет нас собраться в едином строю. Марш боевого братства! Когда мы плечо подставляем собрату, мы сами становимся вдвое сильней. Нам трудно порою, но ясно солдату, что в точках горячих бывало трудней. Мы братьями стали в бою, и снова зовет нас собраться, зовет нас собраться в едином строю. Марш боевого братства! И снова сердца ветеранские вспомнят товарищей павших на ратном пути, и каждый свой долг перед ними исполнит, и память не сможет в отставку уйти. Мы братьями стали в бою, и снова зовет нас собраться, зовет нас собраться в едином строю. Марш боевого братства! Зовет нас собраться в едином строю. Марш боевого братства! Зовет нас собраться в едином строю. Марш боевого братства!